Отсюда и количество зрителей. Итак, команда «Тобол» играет сегодня в следующем составе. Главный тренер команды «Тобол» Владимир Никитенко. Команда «Акжаик» играет, как я уже говорил, в синей форме. В воротах Евгений Боровик, 66-й номер. И именно какое место после этого тура будет? Может быть, контратака очень острая. Турсбек пока один. Открывается Шиндер. Грудью подрабатывает себе на ход. И 12 и в центре. 17 номер, это Ткачук. Хорошая передача, Ерсалимов. И опаснейший момент, и счет матча открыт. 1-0, это Исиола забивает свой очередной гол. Великолепная быстрая контратака получилась. Вот смотрим, хорошая передача от Ткачука. Ерсалимов врывается в штрафную и не успевает здесь Ванчишиков и Касай. Своему игроку, если Вола вообще без сопротивления пробивает. Ну и, конечно же, Дмитрий Непогодов здесь был бессилен. Буквально двумя передачами и все. Антипов. Галиев. И получает по ногам от Мирошниченко. Так. А это желтая карточка не Мирошниченко. Это вторая желтая у Нургалиева. За вытащив эту карточку. Назад. Штрафную, Жулто получает мяч и Барыков. И Тобол готовит замену. Василий Кобин появится на поле. Атака идет Тобола, падение. Но мяч у Азата Нургалиева. Он штрафной. И как же мажет Азат Нургалиев. В принципе, после того, как уже такие перестановки были, Тобол намного активнее проводил. После таких замен. Вот смотрим еще раз повтор. Азат Нургалиев прорывается и справа. Еще подача. И удар головой. Хотя вот сейчас Василий Кобин помогает впереди. Атакует Тобол. Жулпа пробивает. Канкава. Отсюда можно пробить уже. Убирает под левую. Удар какой. Хороший у Канкавы получается, но не точно. Азат Нургалиев подача. Высоковатый мяч. Точно. Вновь будет подача. Ой, как красиво! Нургалиев. Низом прострел. Первый на мяче. Опять Жаика. Вновь Канкава. Переводит мяч на правый фланг. В одно касание. Нургалиев. Опасный удар. И связочка Нургалиев. И Мусербаев сработала. Счет в матче 1-1. Капитан, конечно, Азат. Смотрим повтор. Как красиво сыграл и тонко Азат Нургалиев и Мусербаев. Конечно же, Мусербаев. Федину пас. Удар в дальний угол, вратарь на месте и вне игры. Вне игры можно уже Мандакараеву. Нету. Подача низом, удар и вратарь спасает. Не точно сыграл. Нургалиев, удар рядом со штангой. И, мне кажется, уже с опозданием кидался, бросался за этим мячом Боровик. Смотрим повтор. Он даже нормально и не оттолкнулся, голкипер. И попади назад ворота, быть бы голу. Канкава, Василий Кобин, подача, удар выше ворот. И угловой, удаговой, удар, Максим Федин, Азат Нургалиев. Подача в штрафную, удар и рядом со штангой пробивает. Это было очень опасно и очень близок был Тобол ко второму забитому мячу. К основному времени матча, это, наверное, один из основных моментов вот этого промежутка. Прострел низом. И вновь не получается у Жулки побороться за этот мяч. А молодой.
приземлиться ему, и звучит финальный свисток. Поздравляем Акжаик с набратым очком в тяжелой ситуации. Пятером уральцы набирают это важнейшее очко. Ну а Тобол вновь теряет очки на домашнем стадионе. Надо что-то делать Никитенко с игрой команды, перестраиваться, наверное, больше на атаку.